OMG Network, ранее известная как AMIS GO, это низкодетальное, не связанное с хранением, расширением, масштабированием второго уровня, созданное для блокчейна Ethereum. В качестве решения для масштабирования Ethereum, OMG Network позволяет пользователям передавать токены ETH и ERC-20 значительно быстрее и дешевле, чем при совершении транзакций непосредственно в сети Ethereum. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете то, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. Все это основано на новом решении для масштабирования под названием Mobiable Plasma, в котором используется архитектура сайдшеда для группировки нескольких транзакций вне сети в пакет, который затем можно быть верифицирован как одна транзакция в корневой сети почты Ethereum. Согласно OMG Network, у этой технологии есть потенциал масштабировать Ethereum до 1000 транзакций в секунду. Для сравнения, в настоящее время Ethereum способен на 10-14 транзакций в секунду. Сеть работает благодаря служебному токену OMG, который можно использовать в качестве одного из способов оплаты сборов в сети OMG Network. Впоследствии будет доступен стейкинг, блокировка токенов для обеспечивания защиты сети в обмен на вознаграждение. В настоящее время в команде OMG Network больше 50 человек, разбросанных по всему миру. Компания была основана в Ванзое, Шатикаваниш, уроженкой Таиланда и действует как дочерняя компания SignQA, то есть кукол фунтекс компании, ранее известной как AMIS Holdings. В OMG Network считает, что необходимо преодолеть существующие барьеры в скорости и стоимости Ethereum, прежде чем обычный бизнес станет хотя бы рассматривать возможность создания своих продуктов и приложений на нем. Таким образом, проект OMG Network создан, чтобы помочь сделать Ethereum более привлекательным для предприятий и проектов, которые хотят масштабироваться, одновременно сокращая экологические последствия от своей деятельности. Это достигается с помощью решений на базе боковой сети сайдчейна на основе плазмы, который позволяет снизить потребление электроэнергии до 99% по сравнению с эфиром и сократить комиссию примерно на 2/3, при этом обеспечивая безопасность активов базовой сетью эфириум. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительную бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или картой. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Сама платформа поддерживается за счет финансирования в размере 25 миллионов долларов, полученного во время первичного размещения монет в 2017 году. Более того, материнская компания OMG Network, или же Сюанхила, недавно привлекла еще 80 миллионов долларов в виде финансирования серии C и получила поддержку нескольких крупных инвестиционных компаний, включая Toyota Finance Services Corporation и Sumimoto Mitsu Banking Corporation. Основная сеть OMG Network впоследствии перейдет к протоколу консенсуса Proof of Stake. Тогда будет доступен стейкинг. Пользователи блокируют свои токены для обеспечения защиты сети в обмен на вознаграждение. До тех пор дочерние цепочки сети OMG защищены механизмом консенсуса доказательства полномочий, который по сути представляет собой упрощенную форму доказательства доли владения.
Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ройстиксена. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.